За 5 секунд у меня плюс 100 FPS? Как это вообще работает? Почему я раньше этого не знал? И йоу, друзья, всем привет, меня зовут Алекс, и я всех приветствую в нашей постоянной рубрике «Проверка лайфхаков из ТикТока». И это, конечно, очень странно, но в ТикТоке есть очень много классных лайфхаков. И так как 4 предыдущих части вам просто безумно понравились, я делаю продолжение. Ну и сегодня так получилось, что некоторые лайфхаки были очень читерские, некоторые помогали повышать FPS, и практически все лайфхаки были рабочими. И поэтому, конечно же, я всем советую досмотреть до конца. Ведь этот ролик я снимал не один, а с Алермо. Итак, когда в следующий раз снимаем с тобой совместный ролик? Ну слушай, давай так, вот наберет видос 20 тысяч лайков. Это реально сложно будет для подписчиков. Да не, слушай, я уверен, подписчики 100% смогут, поэтому 20 тысяч лайков. Ребят, вы цель услышали, поняли, ждем. Ну а после просмотра моего ролика обязательно посмотрите вторую часть на канале Алермо. Ссылку вы найдете в описании. Ну и конечно же не забывай подписаться. Это безумно важно, чтобы просто не пропустить мой новый ролик. Ну и как всегда, я постараюсь ответить на абсолютно все комментарии. Итак, друзья, мы уже на карте с Алермо, поздоровайся со всеми. Да, ребят, здоров всем. И у нас будет первый лайфхак на карте Демираж, очень имбовый. Если он реально у нас получится, то это классная фишка. Итак, мы уже посмотрели его, попробовали делать, но скажу честно, первое впечатление не очень про этот лайфхак, потому что, ну давай его попробую сделать, ты там стой на сите, смотри, куда он попадет. Да, давай. Итак, на самом деле на видео с ТикТока очень сложно разобрать, куда было целиться. И примерно, я так понял, нужно целиться куда-то вот сюда, на эту антенну, и не просто кидать и прыгать, а еще и вперед бежать. Так. Давай возле тики-то буду стоять, посмотрим. Я уже кинул. Вообще нет. Ну, то есть это очень криво было. Надо еще раз. Ну, прикинь, если так реально в каком-то важном раунде кинуть такой плохой смог, это же будет раунд 100% проигран. Поэтому на него надеяться реально нельзя. Знаешь, куда он прилетел? Но он не получился, я кинул новый. Вот. Да, он полетел наверх. А ну-ка. О! Да, вот сейчас идеально. Слушай. Вообще идеально. Но ты понимаешь, что у чуваков, у которых там звание Gold Nova или Калаш, он не получится. За простоту определенно снять надо, потому что это не так легко делать раз. То есть это на раз-раз не приходится. Да, он сложный очень. Я с тобой согласен, да. Поэтому ставим двоечку, и он еще просто не очень эффективный. Типа, надо реально очень многого тренировать, чтобы кидать прям четко. Вот у меня получилось сразу, наверное, третьего, именно на видео. А просто я тренировался, ну, раз 10, наверное, кинул его, поэтому... Я точно ему ставлю 2, а мы переходим уже ко второму лайфхаку, я надеюсь, он будет намного попроще и эффективней. Ну а перед проверкой уже второго топового лайфхака я хочу вам показать сайт Tasty.go и посмотреть, что нам дропнется. Итак, я хочу тут открыть клатч-кейсы, потому что я слышал, они очень классные. И давайте сразу откроем первый кейс за 99 рублей, называется он 1vc3, и давайте откроем клатч этот кейс. Ведь главная фишка этого кейса, что тут может дропнуться от 1 до 5 скинов. То есть не просто один выпадет, а их много может быть. Поэтому давайте, 99 рублей, итак. Итак, у нас трипл килл, у нас сразу открывается с 99 рублей 3 кейса. Вот в чем фишка этого сайта. Давай, остановись. А, нет, не повезло, ну ладно. Тоже, в принципе, неплохие скины, как я вижу. То есть мы вообще спокойно окупились, продаем это за 183 рубля и открываем дальше. Итак, клатч кейс 1 против 4, но тут мне предложили его открыть бесплатно, то есть бесплатно для тебя сегодня. Открываем его за бесплатно, потому что мне сайт дал такую возможность, возможно вам тоже повезет. Итак, дабл килл, трипл килл, ультра килл! Мы бесплатно получили только что 4 кейса, это просто жесть. Что мы хотим? Ну это сатрек, это дорого стоит. Итак, и только что я смог бесплатно получить... 559 рублей, 3 скина. Я также их продаю. И теперь я хочу открыть самый жирный, самый имбовый. Тут просто нереально жирный дроп. Я надеюсь, что-то очень годное выпадет, погнали. Стоп, блин. Ну, хотел перчатки, но получил. Нормальные такие скины, нормальные. Все, это я забираю себе. А по промокоду AlexGo вам дадут бесплатное открытие клатч кейса и еще плюс 15% к сумме. Итак, сегодня мы открыли 3 кейса. Я считаю, это просто офигенно. Это был сайт Tasty.go. Кроме клатчей, у них есть еще огромное количество кейсов, которые мы постараемся открыть в будущем. И не забывайте, что по моей ссылке в описании вы сразу получите 10 рублей на баланс за регистрацию. И кучу бонусов по промокоду AlexGo. В том числе, бесплатный клатч кейс. Итак, второй лайфхак, снова же карта Демираж. Снова же уже протестил его этот лайфхак. И не знаю, как он сработает сейчас или не сработает, потому что постараюсь кинуть четко. И на видео из ТикТока не совсем понятно, как его кидать. Так, находим это окно, ты там в коннекторе стоишь?
Да-да-да, я уже... Так, смотри, как он нам полетит. Так, находим вот это окно. По краю окна ведем сюда примерно. И кидаем без прыжка. Просто кидаем его. Так. И... Ну, он не залетает четко в коннектор, понимаешь? Типа, выход вот тут снизу, он контролит. А тут нет, тут вообще типа забей. На видео из ТикТока просто он ложится прям четенько в коннектор. Прям идеально там закрывает его. Ну, может, надо еще раз попробовать. Давай еще раз попробую, потому что это не дело совсем так кидать. Конечно. Так. Наверное, чуть надо правее его немножко прицел отвести правее, кинуть как-то так. Просто реально, снова же, на видео из ТикТока очень сложно понять. О, лучше, да, Лёк? А, нет. Не-не, он в последнюю секунду, он мог прямо сюда залететь, он просто в стенку попал тут. Да, поэтому давай третий раз последний кину, попробую. Ну, просто надо реально очень много тренироваться, чтобы его кидать, и он не идеальный. Тут нет прям четкого места, куда нужно кинуть. Тут примерно все. Да не то, что много, просто надо понять, как, какая траектория, и все. О, вот, о, да, вот, это... третьего раза. Но смотри, какая штука. Я... В некоторые моменты вижу все равно. Вот ты меня видишь, да, выйдет? Ну, сейчас да, голову твою вижу. Все, все, я понял. Короче, ну, что могу сказать? Это хороший смоук, но не совсем идеальный. Типа, конечно же, можно попасть до конца. Там вообще непонятно, куда. Да. Качество видео такое. Так, ну это главный минус ТикТока. Вот, еще раз попал. Во, вот. О. теперь идеально, все, теперь я не вижу. Да, но ты видишь, четвертого раза, и это я еще, типа, хорошо играю в CSGO, а есть же ребята, которые там, не знаю, Сильвер, Голд, новые, Калаши, у которых это может не получиться. Это не One Way, но я поставлю ему троечку из пяти, потому что, во-первых, его делать очень сложно, его не каждый сможет сделать, нужно потратить очень много времени на тренировки, и он не такой эффективный, потому что можно, смотри, вот такой смог просто, вот тут вот, знаешь, так вот, просто так вот кинуть, и все. Типа, то же самое же будет, по сути. Поэтому я ставлю ему троечку и предлагаю уже переходить к третьему лайфхаку, более интересному. Итак, третий лайфхак безумно простой, но мы его выбрали потому, что он очень эффективный. Итак, это флешечка обычная для занятия апартов. Давай проверим, ты стой там на ковре, короче. Остановимся сюда. И просто откидываем вот над холодильником флешку. И убиваем, все, моменталка абсолютно, да? Она же моментально взорвалась, ты не успел увидеть? О, ее? Да, единственное, я мог по звуку ее немножко услышать. Но если бы туда еще что-то бы накидали, то нет. Да, это... поэтому эта флешка реально работает. И хоть она и очень простая, но просто такие лайфхаки маленькие почти никто реально не использует. Все кидают флешки как-то на рандом так вот. А такие маленькие лайфхаки вам реально могут помочь выиграть очень полезный раунд какой-то. Так что так. Ну да, просто моменталочка такая простенькая, чтобы было ее легко юзать, ну и в принципе полезно-полезно. Она тем более будет работать, кстати, на всех званиях, поэтому она очень полезная. А мы переходим уже к четвертому лайфхаку, более сложному, но не менее эффективному. Ну и конечно же, этот лайфхак получает у нас 5 из 5 за свою простоту. Итак, четвертый лайфхак будет безумно сложный, но безумно эффективный. Поэтому смотрите, тут стоит у нас противник. Эта позиция очень популярна, тут очень часто стоит какая-то крыса, и есть классный прострел. Так, ты смотри, там прострелю тебя или нет, окей? Когда я стал крысой? Но крыса не в том плане, крыса в плане в игре. Так. Да, я... Итак, вот становимся примерно сюда. Находим, ориентируемся по этой плиточке. Становимся сюда. И стреляем вот по центру двери. Попал вообще? Я не дамажил, потому что я отошел, но ты прострелил правильно. Давай еще раз. Давай еще раз, давай еще. Попал, 20... да? Сколько минус? 26. Ну, это 26. Слабенько, на самом деле, очень, да? Но ты не в голову попал. Ну, блин, так это в том прикол лайфхака. Нельзя же будет часто попадать в голову. Погоди, что? Ну, я вроде вот бы в то же самое место стреляю. И ты мне попал не в голову. Так, а в голову, я думаю, не получится. А ну-ка, не, дай, можно, дай я посмотрю. Можно, там... Потому что вот сейчас смотрю по пулям, и они прямо над твоей головой. Это очень странно. Сейчас, погоди, я просто хочу понять, как это. Вот я стрельнулся, вот я стреляю. А, серьезно? Да, это я стреляю. Во! Вот! Лайфхак сработал. Ты меня убил в голову так, прям. Погоди. О, да, идеально. Не, ну смотри, это видишь, сколько мы потратили времени, и... Усовершенствовали немножко этот лайфхак, чтобы он получился. То есть надо вот в эту точку. То есть ты, тот чувак стрелял как-то вот сюда, да? А мы стреляем вот сюда. Да, на самом деле на ролике не совсем правильно показано. То есть я, например, сделал сейчас это со второй попытки, но с первого раза. То есть с первого выстрела.
И это у тебя было 100 хп, и тебе сразу сломило... Да, в голову, да. Поэтому я хотел поставить этому лайфхаку 5, потому что он реально эффективен. Но не могу, потому что он очень сложный. Поэтому, я не знаю, ну давай, я думаю, я поставлю ему 4, потому что он безумно эффективный, и он реально работает. Но его исполнение безумно сложное. Пятый лайфхак на сегодня будет безумно сложный, как нам уже кажется, потому что... Ну, во-первых, туда будет очень сложно попасть, и сделать его тоже будет очень сложно. Так, смотрим, становимся примерно сюда. И, в принципе, мы должны видеть только ноги нашего врага, и все. Вообще, он безумно интересный, да, интересный. Становимся примерно сюда. Нажимаем две кнопки мыши, то есть и правую, и левую. Целимся по центру, примерно по центру. Так, и кидаем. И чё? Ой, почти. О, блин! Ты видел это? Но да. Натренироваться, в принципе, можно, как я понимаю, потому что у меня почти получилось. Прикинь, он реально имбовый. То есть... Ну да. Если чуваки выходят, они тебя 100% не видят, а ты их видишь. Давай я еще раз попробую, потому что я и так уже... Мы реально пробовали уже очень много раз, но пока еще ни разу у нас не получилось. Так. Да, самое сложное на бочку именно попасть, чтобы она сдержалась тут. Да, так... И, давай, попытка. О, да, сработало. Все, а ну-ка пробегай, пробегай. Да, я тебя вижу, все, я тебя вижу, я по тебе стреляю. А ты меня видишь? Нет, вообще. Все, это... Я даже не понимаю, где ты примерно находишься. То есть, да, вот... если бы ты стоял тут или вот тут... Вот, видишь? Было бы без разницы, я бы тебя не видел. То есть, этот лайфхак реально идеальный просто. Но очень сложный в исполнении, и нужно очень много тренироваться, чтобы его сделать. Реально. Поэтому я ему ставлю также 4 из 5. Если у вас получится, то он просто безумно имбовый. И вы сможете спокойно сделать пару опен-фрагов. Вообще, без проблем. Итак, вот эта команда. Мат. Q-мод 2. Пропишем ее и посмотрим. Сейчас у нас FPS 130. Где-то 100... Да, 120-130. Ну, теперь... Опа-на. Нифига себе. У меня примерно плюс 40 FPS. Ну, бывает, конечно, проседает, но я стою уже в этом же месте, и FPS реально как-то увеличился. То есть, эта команда реально немножко помогла. Ну, а я надеюсь, вам понравился этот ролик, и вы уже подписались на мой канал. И не забывайте, что следующее видео выйдет только после 20 тысяч лайков. Так что, все зависит только от вас. Ну, а прямо на экране ты можешь посмотреть просто безумно интересные ролики. Просто кликай и смотри. Ну и не забывайте добавлять в TikTok свои лайфхаки по хэштегу CSGO-лайфхаки. И возможно именно ты попадешь в следующий ролик. Ну а я желаю всем удачи и до скорых встреч.